Магнитогорске много памятников от монумента тыл-фронту до скульптурной композиции дворнику и сантехнику. Сегодня, в день чествования хоккейного клуба «Металлург», мы хотим спросить у магнитогорцев, достойны ли наши хоккеисты, чтобы их увековечили в бронзе? Вы болеете за «Металлург», когда да, идут игры? Конечно. Хоккеисты достойны памятника, как вы думаете? Магнитогорские хоккеисты. Ну да, думаю, надо бы сделать памятник. Кто из игроков больше всего вам нравится, был бы достойный увековечить? Мозякин. Скажите, вы болеете за «Металлург», когда играет наш? Ой, еще как. Мозякин хороший, Гарипов, ой, как Зарипов. Да, болеем. Да любой, наверное, проворот. Ну, я не знаю. Ну, Малкину пусть поставят, вообще известная личность. Наверное, Мозякин. Остальные иногородние, что там считают. Все легионеры. Я думаю, Кошечкин. А вы как думаете? Я тоже как муж думаю, Кошечкина. Болеете? А как же. Громко болеете? Да. За кого конкретно? Мозякин. Ну, Овечкин тоже наш. Кто из них достоин памятника? Ну, Мозякин, конечно. Как болеете? Покажите, когда наши забивают. Ну, нет, это, конечно, я сейчас немного стесняюсь. Вот. Ну, а вообще, мы, когда наши забивают, мы с папой прям вообще кричим, орем, бегаем по квартире и говорим, ура, гол. Кто из хоккеистов любимый ваш? Ну, наверное, Оскар Осало. И Томаш Филипп, и, конечно же, Кошечкин. Я думаю, не надо конкретному хоккеисту ставить. Если уж ставить, то просто какой-то хоккей, ну, хоккейной команде «Металлург», а конкретному лицу. Сегодня одно лицо, завтра другое будет. Сереге Мозякину. Честно говоря, памятник уже можно ставить Женьке Малкину, Евгению Малкину, нашему воспитаннику, нашей школы. Хороший хоккеист. Как он зажег, прославил город Магнитогорск. В основном за счет него хоккей и поднялся в городе Магнитогорск. Кулёменко. Спасибо вам большое, ребят. Не за что. Всего доброго. За удачи. За «Металлург».